этом фильме я расскажу о православии в Румынии. Вместе со съемочной группой мы побываем в Бухаресте, в Ясах, в других городах Румынии, посетим знаменитые расписные монастыри Буковины, посмотрим, как живут монахи и монахини, побываем в знаменитом Нямецком монастыре, где жил и подвязался великий старец, преподобный Паисий Величковский. Румынию часто называют самой религиозной страной Европейского Союза. Почти все жители Румынии, а точнее 92%, считают себя верующими. По последним социологическим опросам, около 87% населения страны исповедуют православие. Румынская православная церковь ведет свою летопись с древнейших времен. Считается, что в римскую провинцию Дакию, которая находилась на территории современной Румынии, благую весть о Христе принес сам апостол Андрей Первозванный. Румынская православная церковь – церковь апостольская. Большое число археологических, литературных, этнографических доказательств указывают, что святые апостолы Андрей и Филипп проповедовали Евангелие Спасителя нашего Иисуса Христа возле устья Дуная, в сегодняшней Добрудже. В отличие от других народов, у румын не было единовременного массового крещения. Распространение христианства здесь шло постепенно, параллельно с процессом становления румынского этноса, который возник в результате смешения даков с римскими колонистами. Румыны стали единственным романским народом, принявшим славянский язык в церковной и светской литературе. Безусловно, хотя мы поместная церковь из Большой Всемирной Православной Церкви, есть у нас и особенности. И самое важное из них – то, что румынский народ – это единственный народ латинского происхождения и при этом православной веры. Первые епархии в румынских землях известны с IV века, а в XIV веке в Молдавии, Валахии и Трансильвании установилась церковная иерархическая структура. В XVII веке, после подписания Брестской унии, усилилось давление на православных христиан Восточной Европы, как со стороны католиков, так и со стороны протестантов. В 1642 году в городе Яссы был созван собор, который должен был дать богословский ответ на вызовы западной пропаганды. Здесь, в этом готическом зале, в монастыре трех святителей в Ясах, в 1642 году состоялся знаменитый Ясский собор, в котором принимали участие иерархи местные, а также русские, греческие. На этом соборе было принято исповедание веры митрополита Киевского Петра Могилы, которое было написано в опровержении другого исповедания веры, циркулировавшего под именем Кирилла Лукариса, патриарха Константинопольского. Подводя итоги Ясского собора, святитель Петр Могила писал: «По настоянию нашей русской церкви, церковь Константинопольская произнесла проклятие на все еретические кальвинские артикулы веры, изданные подложно под именем Кирилла, патриарха Константинопольского, на соблазн верных чад Восточной Церкви». В разные периоды истории румынские земли находились в церковной зависимости от разных поместных церквей. Мы стали первой православной церковью, у которой появилось священное писание на национальном языке. Оно было полностью переведено и опубликовано в 1688. В 1865 году, вскоре после образования румынского государства, местная церковь провозгласила себя автокефальной. В 1925 году состоялась интронизация первого румынского патриарха. В 2007 году шестым предстоятелем Румынской православной церкви был избран митрополит Молдовы и Буковины Даниил. Находясь на стыке между восточной и западной цивилизациями, Румыния на протяжении веков была местом встречи разных культур. В архитектуре и декоре румынских храмов
византийское влияние соседствует с западным. Крестово-купольная конструкция уживается с базиликальной, а сферические купола соседствуют со остроконечными шпилеобразными навершиями. Расписные монастыри Южной Буковины представляют собой очень интересный, уникальный феномен в православной традиции. Особенностью этих монастырей является то, что их храмы расписаны не только внутри, как это принято в православной церкви, но и снаружи. Надписи на этих росписях всегда на славянском языке, потому что в те времена, когда строились эти монастыри, а это конец 15-го, конец 16 века, литургическим языком в румынской церкви был язык церковнославянский. Сюжеты росписи очень разнообразные. Если внутри храмов изображаются двунадесятые праздники, сцены из истории страстей Христовых, воскресения Христова, то в наружной росписи доминируют другие темы. Очень часто изображаются апостолы и пророки, а также те христиане до Христа, как их называли, которыми считали древнегреческих философов. Поэтому мы видим на этих настенных росписях изображения Платона, Аристотеля, Пифагора, Порфирия и других греческих мыслителей. Все эти росписи имеют глубоко назидательный характер. Например, в монастыре Сучевица, где мы сейчас находимся, одна из фресок называется «Лествица». На ней изображена лествица добродетелей в соответствии с книгой святого Иоанна Лествичника, где вся жизнь христианина и вся духовная борьба инока представлена в виде 30 ступеней, на каждой из которых инок либо приобретает какую-то добродетель, либо отказывается от какого-то порока. Изображение лествицы на внешней стене было характерно для храмов, ктитором которых был митрополит. А фреска с сюжетом «Древо Иессея» обычно изображалась на храмах, ктитором которых являлся князь. В монастыре Сучевица, этой энциклопедии настенной живописи Румынии, можно увидеть оба изображения. В монастыре Воронец на одной из фресок изображен страшный суд. И здесь мы видим пространство, разделенное огненной рекой, по правую руку от Христа, который представлен как судья Вселенной, пространство рая, где находятся спасенные праведники, по левую руку пространство ада, где находятся осужденные грешники. В самой этой огненной реке известные отрицательные персонажи, такие как царь Ирод, который осудил на смерть Спасителя, первосвященник Каиафа, на суде у которого был Спаситель, еретик Арий, который отрицал божество Иисуса Христа, а также Магомед, но не Магомед, основатель религии, основатель ислама, а султан Магомед II, при котором пал Константинополь. Событие это было еще живо в памяти тех людей, которые создавали эти фрески, так как писались они в 15 веке. По мнению ряда историков искусства, роспись наружных стен была и неким политическим манифестом, посланием, направленным против гнета турок, сдержанным посланием, но которое видели все. Повсеместно в этих росписях, среди прочих сцен, присутствует так называемое падение Константинополя. Но какая связь может быть между падением Константинополя и Молдовой? По мнению некоторых искусствоведов, изображение Константинополя было скрытым протестом против власти турок. Румынским Иерусалимом называют в народе крупнейший монастырь страны – Путна. Эта обитель была основана святым Штефаном Великим, легендарным воеводой и строителем румынского государства. За время своего правления Штефан Великий одержал победу в 34 из 36 сражений за независимость Румынии. В память о каждой победе он основывал монастырь или закладывал храм. Этот благочестивый правитель до сих пор остается любимым национальным героем Румынии. Он сумел здесь, возле устья Дуная, остановить натиск волны язычества.
Вся Европа признавала, что он воин Христов. Так сказал и папа Сикст IV, современник Штефана Великого. Молдова усыпана церквами, монастырями. Это выражение любви, которую Штефан питал к Богу. В день престольного праздника в монастырь Путна приезжают тысячи верующих, чтобы поклониться мощам самого почитаемого румынского правителя. В знак признания выдающейся роли святого Штефана в истории Румынии в этот праздник паломники надевают национальные костюмы. Мы приходим в народных костюмах. Это знак признательности. Народный костюм – традиция у нас, наследие предков. Это наряды, оставшиеся от бабушек, или даже новые. Их ткут, вышивают, шьют рубахи и блузы. Когда-то давно такую одежду, как на мне сейчас, носили каждый день по всей стране. Дома, на работах. Но были и праздничные одежды. Сегодня есть такие регионы страны, как, например, Марамуреш, где в отдельных местах такую одежду носят ежедневно. В целом, теперь это одежда для праздников, для Национального дня Румынии, на свадьбах, когда их устраивают согласно народным обычаям. Штефана Великого здесь почитают и как гениального правителя, и как народного святого. Для православных румын вообще любовь к родине и любовь к христианским ценностям неразделимы. Штефана любят, потому что он сумел проникнуть в сердце этого народа. Как ему это удалось? Ведь сердце народа, возможно, самые узкие врата из всех, как говорит наш поэт. Он принес себя в жертву для всех. Как наш Спаситель Иисус Христос, который пожертвовал для всех собой, Штефан понял и сумел поддержать всех, и больших, и малых, и бояр, и воинов, и монахов, и мирян. Думаю, что поэтому Штефана любят. Другого героя выше его у нас нет. День Успения святого Штефана Великого отмечается очень торжественно. В честь праздника здесь даже устраивают военный парад с возложением венков на его могилу. Могилу Штефана Великого называют алтарем национального самосознания. По всей Молдове сегодня мы видим здания, построенные Штефаном Великим. Крепости для обороны, церкви, монастыри, крепости, которые защищали страну, защищали они и веру предков. И наши солдаты и офицеры сегодня приносят дань памяти тому, кто всю свою жизнь посвятил служению Родине. Еще одна из самых любимых и почитаемых в Румынии святых – это жившая в XI веке и принявшая мученическую смерть за веру святая Параскева. Мощи Параскевы хранили в Константинополе до 1641 года, когда они были переданы господарю Молдовы Василию Лупу для расположенного неподалеку монастыря трех святителей в Ясах. С конца XIX века мощи святой Параскевы пребывают в Ясском кафедральном соборе. На торжественные службы в день памяти святой Параскевы собираются до 200 тысяч верующих. А к ее мощам вереницы людей тянется, не прекращаясь, изо дня в день. К раке святой Параскевы приходят тысячи паломников со всего света. Так силен дар святой Параскевы и молитва ее перед престолом Господним. Очень много людей, получивших исцеление, получивших благословение,
приходящих с горячей молитвой как к другу, к святой благочестивой Параскеве. Некоторые так и называют ее «мой друг». Для нас, служителей собора, святая Параскева как наша мама. Она помогает нам, направляет нас, научает нас и охраняет в нашей жизни. Монашеская жизнь на протяжении многих веков преображала эту землю. Особенно многолюдные и многочисленные обители еще с древних времен располагаются на территории Молдовско-Буковинской митрополии. В этой части Румынии очень много монастырей. Здесь на дорогах не меньше знаков, указывающих на монастыри, чем знаков, указывающих на города и деревни. Причем не всегда монастырь по внешнему виду можно отличить от обычной деревни. Вот, например, монастырь Агапия, где мы сейчас находимся. Это женский монастырь, здесь более 300 монахинь. Но основная их часть проживает в обычных домиках, расположенных вокруг главного монастырского комплекса. В каждом из домиков живет 3-4 сестры. Одна из них старшая, как бы игуменья. Занимаются они рукоделием, шьют облачения, пишут иконы и тем самым зарабатывают себе на жизнь. Одно из самых почетных и ответственных послушаний в монастыре – изготовление ковров. Искусством ковроткачества монахини из Агапии славятся на протяжении нескольких веков. Кстати, во многих румынских храмах полы застилают коврами, потому что многие верующие во время богослужения молятся коленопреклоненно. Монастырь Варатек тоже напоминает обычную деревню. Домики, в которых живут монахини, расположились прямо вдоль дороги. Насельницы монастыря встретили нас вечером со свечами в руках, словно напоминая тем самым о смысле монашеской жизни – быть подобием свечи, освещающей путь другим людям. Самый известный мужской монастырь в Румынии – Нямецкий или Нямец. Он был основан в начале 15 века и стал одним из крупнейших центров книгописания, культуры и образования в молдавских землях. Нямецкий монастырь – старейший в Румынии, вернее, в княжестве Молдовы. Он упоминается с 1270 года. Тогда у нас, как и в любой православной стране, монашество начиналось с отшельников. В этой части Румынии монахи уходили в леса, растущие на горах Нямец. Там, где сегодня находится монастырь Нямец, тогда, по документам, располагалась деревянная церковь, куда приходили отшельники с гор раз в 40 дней и участвовали в святой литургии. Один или двое отцов заботились об этом храме. В 1376 году князь Молдовы Петру I Мушет узнал о существовании этих отшельников. В помощь им он построил каменную церковь взамен деревянной. С этого момента и организовалось общежительное устройство жизни в монастыре Нямец, которое существует здесь и по сей день. В 1779 году в Нямецкий монастырь вместе с группой учеников переселился Авва Паисий Величковский, прославленный подвижник и переводчик святоотеческой литературы. В течение всей своей жизни, будучи игуменом в разных монастырях, он собирал святоотеческие писания, как драгоценные камни. Он собственноручно переписывал творения святых отцов и благословлял своих учеников заниматься тем же. Впитывая в себя опыт древних подвижников, Авва Паисий постепенно превращался в мудрого наставника. При святом Паисии Величковском монашество в этом монастыре достигло апогея. Он вдохнул новую жизнь, реорганизовал жизнь православного монашества по всей Европе. Паства преподобного быстро умножалось, и уже через 10 лет здесь подвязалось около 1000 иноков. Среди монахов были представители 23 национальностей, и использовалось два литургических языка
церковно-славянский и молдавский. Хотя молдавский язык тогда записывался славянскими буквами. На службе пело два хора на двух языках. Преподобный Паисий уделял огромное внимание переводу творений святых отцов на славянский и молдавский языки. В этом монастыре работало несколько переводческих команд, и была проделана огромная работа по переводу творений святых отцов. Влияние преподобного Паисия было поистине огромным. Его ученики разошлись по разным странам и основали или возобновили более 100 монастырей в России, на Украине, в Молдавии, в Греции. Учениками преподобного Паисия были и оптинские старцы, благодаря которым старчество возродилось в России в XIX веке. В монастырь Немец стали приезжать русские монахи из Оптиной пустыни и других монастырей Российской империи в ученичество. Оставались здесь на несколько месяцев, постигали секреты искусства, участвовали в духовной жизни монашества. Они проникались религиозной, культурной жизнью монастыря. И отправляясь в российские монастыри, они обогащали монашескую духовную жизнь Русской Православной Церкви. Преподобного Паисия Величковского по праву называют отцом русского старчества. Духовное руководство, старчество – это та традиция, на которую на протяжении многих веков опирается православное монашество. Без опытного старшего наставника, духовника, монаху невозможно преодолеть все трудности и искушения иноческой жизни. Ведь принимая монашеский постриг, человек сознательно и добровольно отказывается не только от брака, но и от многого другого, доступного обычным людям, чтобы максимально сосредоточиться на Боге и посвятить Ему всю свою жизнь, все свои помыслы и дела. Монашество существует в христианской церкви на протяжении более 16 столетий. И вновь в каждом веке приходят новые поколения монахов. Каким образом они воспроизводятся? Ведь у монахов нет семей, у них нет детей. И все-таки монастыри не пустеют. Монастыри вновь и вновь наполняются иноками и иноками. Что привлекает молодежь в монастыри? Почему люди готовы оставить обычную земную жизнь и вступить на этот узкий и тесный путь? Прежде всего, это благодать Божия. Та сверхъестественная благодать, которая подается человеку от самого Бога. Не случайно святые отцы называли монашество сверхъестественным образом жизни. Но немалую роль в воспроизводстве монашеской жизни в каждом поколении играют и великие старцы, такие, как преподобный Паисий Величковский. Здесь, в Нямецком монастыре, он много трудился над переводами святоотеческих сочинений и создал славянский свод «Добротолюбие». Преподобный Паисий провел огромную систематическую работу по переводу творений святых отцов на славянский и молдавский языки. Но его научная деятельность была лишь естественным дополнением той огромной духовной работе, которую он вел в стенах монастыря. Его главной целью было научить монахов воплощать в жизнь то, о чем писали святые отцы. В библиотеке Нямецкого монастыря сохранились драгоценные книги времен преподобного Паисия, в том числе вот эта рукопись, которая принадлежит ему. Здесь его собственным каллиграфическим почерком написано предисловие к «Добротолюбию», книге, которую он перевел. Оно начинается вот с каких слов. «Бог есть блаженное естество, пресовершенное совершенство, всех благих и добрых творительное начало, преблагое и предобротное, пресносущне предуставив по богоначальному своему виду обожити человека». Паисий Величковский привлек сюда очень много монахов славянского происхождения. Изначально в наших монастырях, будь то Путна, Воронец или Сучевица, было немного монахов. Славянская система влияния России выразилось в том, что число монахов стало существенно увеличиваться по русскому образцу.
Румынское монашество в 18-19 веках ощущало очень мощное влияние славянского мира, русского мира в особенности. В 20-м столетии самым почитаемым духовником в Румынии стал старец Клеопа Илие, живший в монастыре Сихастрия. О его проповедях, советах и духовном окормлении, сострадании и любви к людям говорили по всей стране. Он был духовным отцом с непререкаемым авторитетом. Его называли румынским Серафимом Саровским. Отец Клеопа был особенным духовным наставником. Он исповедовал митрополитов и иерархов церкви. Один из его учеников, патриарх Даниил. Он постригал патриарха Даниила в монахи. Отец Клеопа стал для румынского народа благословением Господа, особым даром. В монастыре его поучение, его жизнь остаются примером для подражания. Установившаяся в Румынии в конце 40-х годов коммунистическая диктатура организовала гонения на церковь. От них пострадал и старец Клеопа. Он не раз попадал в тюрьму, подолгу скитался в горах. Отец Клеопа был неудобен коммунистическим властям. На него было заведено дело в органах безопасности. Его вызывали, допрашивали, а перед самым арестом отца Клеопу предупредил один верующий человек. Он получил благословение и ушел в пустынь. Отец Клеопа был совершенной личностью, потому что он прошел через все возможные испытания, через все послушания, через школу отшельничества. В очередной раз отцу Клеопе пришлось уйти в горы Молдавии в 1959 году, когда всем монахам в возрасте до 55 лет постановлением правительства предписывалось покинуть монастыри. Тогда полиция выдворила из обителей больше 4000 монашествующих. В вынужденном уединении старец Клеопа написал руководство к духовной жизни для священников и мирян, которые впоследствии стали очень известными во всем православном мире. Монастыри лишились большинства своих насельников. Ряд монастырей был закрыт. При помощи Господней монастырь Сихастрия не закрылся. Здесь устроили приют для пожилых монахов из разных монастырей, которые ожидали закрытия. Даже в годы коммунистического режима румынский народ оставался религиозным и благочестивым. Большинство православных продолжали ходить в церковь и крестить детей. Особенно набожными всегда были деревенские жители. В Румынии можно было в деревнях сохранить религию. То есть церкви не закрывались. Единственное, что, конечно, давило на общину, в школах, именно когда были религиозные праздники, организовывались разные мероприятия по пионерской линии, чтобы дети как бы не ходили в церковь. Неподалеку от Нямецкого монастыря, в деревне Петрикань, в обыкновенном частном доме действует музей, который считается одним из самых интересных в Румынии. Коллекционер и художник Николай Попа еще в 70-е годы 20 века начал собирать предметы румынского фольклора и традиционного быта. Но главное, создателям этого музея удалось спасти от уничтожения и поругания множество икон и тем самым сохранить вещественную память о глубокой религиозности румынских крестьян. Когда мой отец начал создавать свой музей, он начал собирать те вещи, которые люди выкидывали. Например, утюги и прочее. Это кажется парадоксальным, но были и такие люди, которые выкидывали старые иконы. И мой папа сказал, что все эти иконы должны быть сохранены. Эти святыни должны быть спасены. Всего у нас в музее около 100 икон разных веков. К
Крестьянин не мог представить свою жизнь, свой дом без иконы. И именно с помощью этих икон мы можем понять, какой глубокой всегда была духовность и религиозность румынского народа. Среди множества румынских традиций до сих пор сохранилась «серут мина», что переводится как «целую руку». Целование руки священника или монахини даже при встрече на улице для румын – вполне обычная форма приветствия. Начиная с 1990 года, в монастыре просто лавиной нахлынули новые монахи и монахини. Многие молодые люди, которые не могли при коммунистическом режиме принять постриг, осуществили это сразу после его падения. Стало развиваться церковное искусство. Появились новые мастерские иконописи, мозаики, вышивки, церковных облачений, серебряного дела во многих монастырях. Были построены новые приходские храмы в жилых районах с десятками тысяч семей, там, где раньше не было даже часовен. В Румынии церковь отделена от государства, но при этом государство оказывает религиозным конфессиям разнообразную помощь. Все священнослужители, и православные, и католики, и протестантские пасторы, а также священнослужители других религиозных конфессий получают финансовую помощь от государства. Государство вернуло церковным организациям собственность, которой они владели до 1945 года. Поэтому у некоторых епархий есть свои леса, свое сельское хозяйство, свои земельные угодья. Государственную поддержку от румынских властей получает и община русских липован, потомков старообрядцев, которые бежали из России в конце 17 века и обосновались на территории Молдавии и Валахии. Название липования – это полностью вот не установлено, откуда это пришло. Есть несколько вариантов от самых вот таких народных, народной этимологии, что якобы название липования пришло от слова «липа», потому что липования прятались в там, липовых лесах или писали иконы на липе. Скорее всего, это слово связано с именем Филипп. Наверное, был какой-то вождь вот, старообрядцев Филипп, и от Филиппа пошли филиппование, липование. На протяжении трех столетий липование сохраняют язык и религиозные обычаи предков. Сегодня община насчитывает около 30 тысяч человек. Россия для нас, если можно сказать одним словом, Россия для нас молитва. А Румыния – это страна, которая нас усыновила. Мы родились здесь, учились, живем, продолжаем нашу жизнь, работаем. Конечно, мы очень ценим Россию, потому что наши корни оттуда. И для нас Россия не только историческая родина, она является и духовной родиной. Одно из самых крупных поселений липован в Румынии – село Камень на берегу Дуная. Здесь старообрядческие традиции соблюдают особенно строго. У местных женщин и девушек сарафан остается пасхальным нарядом, а мужчины не бреют бороды, рубашки носят на выпуск, обязательно подпоясывая. Липование сохранили и древнюю традицию крюкового, или знаменного, пения, в основании которого лежит одноголосное хоровое исполнение композиции. Румынская православная церковь ведет активную социальную работу. В Румынии действуют и общественные организации православных верующих, которые помогают самым разным людям, оказавшимся в беде.
Александра Надане, студентка Бухарестского университета, стала инициатором создания такой гуманитарной организации, когда ей было всего 16 лет. Хотим волонтерят в организации гуманитарном. Я работала волонтером и как-то получила имейл от молодой женщины. Она писала, что она беременна, что родители давят на нее, чтобы она против ее воли сделала аборт. Я решила пойти с ней к ее родителям, чтобы поговорить с ними. Ее родители сказали, что у них нет дома, нет продуктов, нет работы. Привели множество причин, по которым ребенку невозможно появляться на свет. Я взяла лист бумаги и записала все эти сложности, которые мешают рождению ребенка. Я выложила в своем блоге этот список. Появлялись люди, которые решили помочь, ежемесячно давать ей продукты. Ей помогли выстроить дом, так что она сохранила того ребенка, венчалась и родила еще двоих. Для меня эта история была потрясающей переменой в судьбе. Я поняла, что самое замечательное волонтерство – помогать сохранять жизни. Александра вместе с другими студентками открыла в Румынии филиал международной организации Students for Life – студенты за жизнь. Мы оказываем поддержку беременным молодым женщинам и подросткам. Мы организовали первую такую структуру в Румынии. Мы выступаем с законодательными инициативами и стараемся участвовать в воспитании молодежи, популяризировать семейные ценности. В православных храмах Румынии сегодня очень много молодых людей. Они продолжают традиции благочестия своего народа, и внутренние, и внешние. Долгие службы, платки на головах у женщин, частая исповедь, соборное пение молитв. Посещением монастыря Читацуя завершается наше пребывание в Румынии. Мы увидели лишь малую часть того, что могли увидеть в Румынской православной церкви, если бы оставались здесь дольше. Но за эти 5 дней мы увидели очень многое. И древние расписные монастыри Буковины, и новые монастыри, строящиеся и восстанавливающиеся. Мы познакомились с социальной деятельностью церкви, посетили церковный госпиталь, детский сад, издательство. Увидели жизнь церкви во всем ее многообразии. Часто на Западе говорят о том, что мы живем в постхристианскую эпоху. Для того, чтобы убедиться в том, что это не так, можно приехать в такие страны, как Румыния, поучаствовать в обычном воскресном богослужении или в богослужении престольного праздника какого-нибудь монастыря, увидеть тысячи людей, которые собираются на праздник. Можно посетить и другие православные страны, чтобы убедиться, что мы живем в христианскую эпоху, что христианство продолжает жить и продолжает своим светом освещать миллионы людей.